Более чем вековая история завода растительных масел – пример огромного энтузиазма многих трудовых поколений. В связи с праздничной датой 125-летием лучших работников предприятия чествуют за добросовестный труд, высокий профессионализм и особые достижения в производственной деятельности. В адрес тех, кто предан своему делу, слова благодарности, почетные грамоты, шикарные букеты и музыкальные номера. Подарком на все 125 становится открытие памятного знака на территории завода. В 2018 году отмечали 120 лет. И кажется, всего прошло 5 лет, а такие изменения на предприятии просто колоссальны. Мы вышли на большие рынки мира, мы раньше не мечтали даже об этом. Теперь у нас обширная география, но мы стремимся развивать ее дальше. Даже не ожидал, что так отметим гранатой. Очень благодарен нашему горисполкому, который замечает в трудовых коллективах людей, которые стараются. Условия для работников нашего предприятия созданы очень великолепные. Поэтому коллектив у нас довольно-таки сплоченный. Благодаря слаженной работе в этом году заводом реализовано порядка 1000 тонн готовой продукции только на внутренний рынок. Плюс 3000 на экспорт. Спросом бобруйская золотистая пользуется чуть ли не в каждом уголке мира. Среди партнеров не только страны-соседки, но и Германия, Швейцария, Вьетнам, Швеция, Казахстан, Узбекистан, Канада и, конечно, Израиль. Бобруйский завод растительных масел производит всю линейку растительных масел. Это подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, подсолнечное нерафинированное для любителей классики, а также рапсовое рафинированное дезодорированное масло. Еще интересный продукт – это купажированные масла, то есть это масла, состоящие из нескольких видов масел. Мы представляем подсолнечно-рапсовое, рапсово-подсолнечное купажированное масло. Производство позволяет выпускать ежедневно до 70 тонн высококачественного экологически чистого продукта, который нормализует состояние кожи, снижает холестерин и даже способствует похудению. На предприятии вкусное золотистое проходит полный цикл переработки. Благодаря мягкой технологии очистки сохраняется максимальное количество полезных элементов и витаминов. На первом этапе у нас нейтрализуется масло, на втором у нас отбеливается масло, на третьем этапе у нас вымораживается масло, и на четвертом этапе у нас идет дезодорация, полностью очистка масла от всех примесей, чтобы можно было применять в пищу. Обязанности у каждого разные, но задача одна – приумножать достигнутые показатели крупнейшего промышленного предприятия города. А для этого у завода есть все необходимое – коллектив профессионалов, современные технологии, налаженная система контроля качества и востребованность ценного продукта. Моя работа заключается в процессе, чтобы был налив бутылки, норма, чтобы не было жирной и чтобы шла с пробкой. Меня сюда привела мама в 2008 году, так как она здесь работала, и привела сестру. Мы здесь работаем вдвоем. Уникальное предприятие, старейшее в отрасли и единственное в Беларуси, способное с минимальными производственными потерями и себестоимостью осуществлять переработку рапсового масла. И здесь завод в лидерах. Торговые марки «Адериха» и «Рафини» завоевали безусловную любовь потребителей и получили знак качества «Лучшие товары Беларуси-2021». Елизавета Липеева, Станислав Чечерин. Итоги недели.